Так, Остап, еще раз. Да. Речитатив будешь читать, да? Рэп, стихотворения свои? Рэп, стихи про жизнь. Про жизнь, да? Про, да, про окружающую нас энергию. Вау, давай. Конкретно про осину. Про осину, про так. Осину. Ага. Осина. Значит. Да, это магическое священное дерево добра и защитница от темных сил и недугов. Ух ты. Недаром осина по легендам и рассказам применялась против вампиров и злых духов. Недаром. Индоевропейцы изготавливали доспехи, щиты, рукоятки, копья, так как были убеждены, что осина отводит смерть и защищает от темной энергетического, от темного энергетического нападения. Ух ты! На Руси в ночь на Ивана Купалу крестьяне втыкали веточки осины по периметру полей, чтобы оборониться от нечистой силы. Осиновые изделия и украшения очищают ауру и уводят негативную энергию. Осина считается символом выносливости и терпения. Ну, ты осина... терпеливый. Да. Осина – надежная защитница на тонком уровне, она дарует здоровье и очищение. И тебе я дарил, кстати, осину. Да, кстати, да. Во благо. Угу. С таким намерением. Вот именно тебе. Вот именно тебе. Тебе дарил.